Офигеть! Привет, друг! Он кусает меня! Смотрите, кукушонок! Зачем ты его взяла, Надя? Он меня кусает! Иди! Чудо ты! В перьях! А, ой, какой сердит! Иди, иди на место! Иди, не буду трогать. Ух ты, какой боевой! Ты посмотри. Ой, он еще не окрепший. Опа! Он еще даже вообще полностью не оперенный. Эти мышлятки. Ну что ты его вытащила? Где он сидел? Так я его запихала, он обратно вытащился. Птичка тревожится надо. А, это вот он? Ой, ты бедный, он напуганный. Какает. Ну на, иди, иди, блин. Только не падай больше. Видишь, он еще это... Зачем ты его взяла? Кусается. Да не бойся ты. Он летать не умеет еще. Видишь, у него головы эти. Это Надь, ну видишь, вот дерется. Его кошки сожрут. Эти мои шлятки. Ты че? Нифига кукух большой. Ну, кукух, но... Как у Димки был в гараже, ну чего ты? Клюется. Это что, точно кукушка? Да. Это кукушка. Он гнездо. Ой, ты бедненький, боится. А как его обратно сейчас? Он падает. Это точно кукушка? Да? Это кукушка, да. Кукушка. А сколько осталось мне жить нам? Дерется. Она еще обосрала мне. Да отстань ты от меня! Она кушать хочет. Уйди. Она кушать хочет. А кукушка это бросает своих детей. А что, что они кушают? Червяков. Иди копай. Олег, какой червяков? В этой можно кушать. По-любому. Кукушку бить. Кукушку нашли, иди смотри, она жрать хочет, червяков надо. Срочно. Главное меня за палец не укуси, а то я испугаюсь. Да, она даже ее все. Она не больно кусается. Ты скажешь, ебать, что она. Ага. Да, давай это пожать, дадим картошки ей. Там картошки дохуя. Пивка нальем. Бедняжечку. О, смотри, букашка по мне ползет. Что нельзя делать, если птенец выпал из гнезда? Он уже большой птенец. О, оперился, но. Ну-ка, букашку схавай. Хавай букашку. Не жрёшь, так не жрёшь. Не кроха уже. А? Чё? Не кроха. Алиса там слушает, да, нас? Я тебя не заставляю. Виталик. 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 Там ещё какие-то птицы прилетели. Я пошел, как короче. Ухаживать за птенцами? Ну, птенца желательно как можно быстрее достать к ветеринару. Поедешь к ветеринару? Гнездо обычно сооружают из картонной коробки с высокими бортиками, минимум 10 сантиметров. Иди отсюда. Конечно, он же птица. Любилка капуста. Опа. Все, не сердись. Ты чё, иди отсюда. Детёныш ты мой. Детёныш. Какой он гляшки. Гляшки такие маленькие.
Ты клевый какой. Уть. Опа. Ать. Птицы не любят, кстати, когда их ладят. О, у него что-то какая-то ноздря, что ли, там. Кукушонок. Бедняжка. Бросила тебя мамка. Ай, ты чё кусаешься? Вот кусаешься. Дай пёрышко уберу. Чё у тебя? Всё, сиди, не бойся, не нападай на меня, ты чё? Нахохлился весь.